5, 6, 7, 8. Shine and Rise. Let's go, Nines Moonrise! Всем привет, с вами команда Nines Moonrise. И сегодня мы снимаем, наконец-таки, долгожданную реакцию на новый камбэк 80s Bouncy. Что ж, начинаем? Okay, let's go. Жесткий движ. Так и должно быть, да. Я понял, о чем. Что я могу. Я хочу сказать, что я очень благодарна за то, что Ханжуну вернули танцевальные партии. Последняя танцевальная партия у него была на Вейве и полприпевы на Вандерленде. Я очень рада, что Ханжун снова имеет не только как бы, ну, рэп-партии в середине, а имеет танцевальные партии. В этом случае у нас два припева и брейк. Я рада, я люблю Ханжуна, у меня есть его карты. Это его сольник. Спасибо. Спасибо. Переходим по кругу дальше. Сан, как обычно, секси. Обожаю.
вообще... У меня нет слов, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Подождите. Мяу. А у меня нет слов, конец. Сейчас на два часа тут. Ханжун, как обычно, секси. Итак, давайте по теориям, что, да, пройдемся. Итак, что у нас тут? Итак, халатиза, да, получается, что у нас такое возвращается? Ну, вот это вот инсепшн, да, инсепшн, получается. Ребяточки-то вернулись назад, во времени-то получается. Ну и вот, и получается... Да, андроидом. Ну и так и ребята, получается, кого убили-то, кикнули? Получается, да. Который убил Люстру. Да, mm-hmm. да. Mm-hmm. И нас тоже убило. Да. Все. Окей. Ханжун просто убил. Майя, ты все еще здесь. Она не с нами. Все круто. Все круто? Красиво. Красиво. Ну ты моя хорошая, ты моя сладкая, молодец. Минги все еще мой мужчина в любом камбэке. Но партия у Йона и Юнхо в конце, это, блин, я готова на нее молиться. Это просто лучше падре. Падре. Только не ешь. Ну, пару раз у меня было ощущение, что это рейтинг 18+. О, да. Ну, в целом, вы все сказали, я считаю. А теперь про песню. Оскар, да. Это Оскар, и песня очень по кругу теперь, типа, про песню разговаривать. Мне нравится, мне очень нравится. Мне тоже. Да, звучение такое... Попугай. Попугай. Сказай, вот. Козел всех сыграл. Козел. Вот, и, короче, еще, если Горилла с Халайзией были похожи по концепту и немножко, ну так, ну, в звучании революции, то это, типа, прям своего, мне очень нравится. Ну, это свершилось. Да, вы уже танцуют. Making dance. Приходите на мастер-класс. А Outlaw тоже тема, кстати. Что еще сказать? Кого? Чего? А ты уже слушала, что ли? Да. А шалёва, чё? Я, короче, слушал весь альбом, избегая просто заглавки. Мне очень нравится This World. Вот This World, это и вот прям абсолютно моя песня, короче, вот абсолютно вот мой стайл. Короче, люблю ее, всем советую. Абсолютно твой стайл. Не, ну вообще они убили, я считаю, это убийство. Я считаю, что нам нужно на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписки, колокольчики. Что там еще на ютубе можно делать? Комментарии. Делитесь видео с мамой, папой, дядей, тетей, если... Ладно. Всем до свидания. Не, всем пока. Всем до свидания. Бай-бай. Вау!